Ну, она вылезает из-за горизонта просто. Так, 9 февраля 2020 год, Харьков. Полнолуние, луна в Перигее сегодня, ну, вернее, завтра, 360 тысяч километров. Говоришь, я не слышу тебя, сынок, громче. Здрасте. Красота. Красотища какая. Да, это эффектно смотрится. Ты снимаешь? Ага. Да. Она вообще поднимается. Смотри, как она поднялась уже. Это Земля вращается. Ну, в принципе, Луна тоже крутится вокруг Земли. Ну, она тоже задвигается. Но просто для нас она как поднимается. Раньше же ее даже половины не было видно. А теперь она красная. Да вот на фоне березки хорошо видно, как она движется. Ветки березы. Шах и мат всем, кто думал, то, что Луна это сыр. Сыр не может быть красным. Все может быть красным. Тут вступает в дело итальянцы. Вот там котик ходит, поэтому. Так, это мы, по-моему, березы снимаем, а не Луну. Это атмосферное искажение. Сейчас отраженный свет Луны, то есть свет, который Солнце отражается от Луны, он проходит через атмосферу Земли. Да, фотоаппарат не поймет, что же ему снимать. Веточки или не веточки. Триста шестьдесят тысяч километров до Луны. Ладно, подождем, пока она вылезет повыше. Тогда как раз атмосферные помехи будут поменьше. В смысле? Куда в бок? Ну она в бок, она вправо уходит, видишь? Она раньше за домом была, прям за домом. Сынуля, это ты рассматриваешь нас как стационарную точку. Но мы же движемся. Мы же вращаемся относительно оси земной. Земля вращается. Я не понимаю ни одного слова. В общем так, на фоне. Да, я понимаю. На фоне звезд. На фоне звезд Луна движется вперед. Каждую ночь, по-моему, на 13 градусов назад. Относительно каждого. Каждую ночь. Завтра Луна будет. То есть сейчас она встала во сколько? В 16.50. Сколько сейчас время, Лян, сынок? Ровно 17.00. Завтра она встанет чуть попозже. Уже в 17 с чем-то. Понял? Хороший ориентир, относительно которого Луна будет двигаться.
никак. С такими увеличениями. Усложнили фотоаппарату задачу, на чем фокусироваться. На проводе или на кратерах. Ладненько. Февраля 2020 год, Харьков, минус 15, кстати. 2 числа было плюс 10, 2 февраля плюс 10, а сейчас минус 15. Луна на морозе раскраснелась.